Вот она, легендарная футбольная команда «Динамо Минск». Юбилей завтра. Сегодня же главное событие – матч на стадионе «Трактор» против давнего соперника. В гостях, кстати, не менее легендарный московский «Спартак» в том самом суперзвездном составе, который заставлял трепетать сердца миллионов болельщиков по всему Советскому Союзу. Это действительно заразно, «Спартак», футбол спартаковский играть. Потому что я после «Динамо Киева» сыграл в спартаковский футбол, я больше в другой футбол не хотел играть. Просто. Я мог играть, но я не хотел. Андрей Лаврик, у него, знаете, вот так как возникла мысль, говорит, давайте повторим финал того легендарного матча, тот легендарный сезон, 1982 год. Мы, знаете, мы быстренько подхватили это и в тот же день связались со спартаковцами. В Союзе нет еще пока команды лучше Спартака. Этот слоган знали в каждом дворе. Самая популярная в СССР команда красно-белая с многомиллионной армией фанатов от Минска до Владивостока. Визит в любой город заканчивался аншлагом на стадионе. Не зря Спартак нарекли народной командой. Итак, игра началась. Это действительно легендарное событие в мире футбола. На матч пришли более 5000 зрителей, столько болельщиков. Стадион «Трактор» не видел уже лет 10. Для сравнения, на последнем матче чемпионата Беларуси по футболу с участием лучшей команды страны «Батэ» на стадион «Нафтан» в Новополоцке пришли всего 700 человек. Сегодня кумиры в Минске. Многим за 50, некоторые уже далеко не те красавцы-атлеты, которых помнят болельщики. Но разве это важно? Каждому из них наш болельщик отдавал дань уважения. Не раз и не два. Сергей Шалло до сих пор в отличной форме. Был тренер Михаил Мархель. Я очень следил за ним, болел за него, переживал. Вот он забил, очень приятно. Знаю многих, но хотел бы равняться на покойного Александра Прокопенко. Я пришел сюда из московского «Спартака» 20-летним мальчиком, заиграл. Меня везде приглашали и сулили много там различных этих каких-то вознаграждений. Все. Но я же не поддался. Я остался здесь. Юрий Гаврилов, он играет не только за «Спартак», но именно здесь стал лучшим диспетчером СССР. Все тренеры несколько десятилетий говорили на установках подопечным. Не зная, что делать на поле, отдай мяч Гаврилову. Здесь одна та же самая проблема. Что надо работать с молодежью, что надо делать? Это, я говорю, везде так, где, хоть в Минске, хоть в Киеве. Сергей Горлукович родился в Беларуси. Могилев и Гродно до сих пор спорят, кто дал больше в футбольном плане. Я родился в Гродненской области. Основную жизнь почти прожил в Беларуси, в Могилеве. Пора уже становиться чемпионом, а то это не гоже. Уже 6-7 лет. У вас только выиграет одна команда «Батэ». Пора уже дать конкуренцию. В команде «Динамо» еще одно событие. Голкипер Юрий Курбыка за 8 минут до начала встречи стал дедушкой. Стоит ли говорить, что этот день он запомнит навсегда? У меня это 7-й внук. Только приятно. Только приятно того, что он родился всего лишь. Но будем надеяться, что в такую дату родился футболист. 90 лет «Динамо». Так что уже врачей у меня не будет, я думаю. Наконец будет футболист. Сергей Шавло и Виктор Шишкин. Сергей Штанюк и Андрей Зыгмантович. Что не имя легенда, что не футболист, супермастер. Поэтому на поле сегодня не было своих и чужих. Его Величество футбол поздравлял наше «Динамо» с юбилеем. Мне хочется, чтобы Минск «Динамо» вернулась вот на тот уровень, как в советские времена. То есть номер один была в Беларуси. И, конечно, в Еврокубках, чтобы Минск «Динамо» выше шел. И, конечно, хотелось бы, чтобы побольше сборную игроков именно с Минского «Динамо» выходило. Игра завершилась супербоевой ничьей. 3-3 в серии пенальти. Удача улыбнулась «Спартаку». После матча дружеские объятия и долгие разговоры по душам, даже со слезами на глазах. Большим людям всегда есть что вспомнить. Помните, а праздник тем временем продолжается. Сегодня, завтра, послезавтра. Ведь «Динамо» — это не просто команда, а часть истории футбола. Андрей Александров, Сергей Лисичкин, Александр Кривецкий, Геннадий Челей. Наши новости ОНТ.